зимние виды спорта любимы для нашего региона. И очень важно прийти на зимний праздник вместе со своими семьями, провести время, подурачиться, поиграть в волейбол, в кёрлинг, в хоккей, в валенках. Просто провести замечательное время. Очень классная площадка, она со всех сторон закрыта, она находится в самом центре, она проходит через прогулочные маршруты по улице Ленина, по Ордынской набережной. На мой взгляд, у этого места очень большие перспективы. Здесь исторически стоят красивые здания, которые создают прекрасный антураж. Такая удобная площадка, уверен, что Амичану понравится, и мы еще обязательно что-нибудь здесь проведем. Это историческая территория, это наша история нашего города, нашей страны. 3 года стояло здесь все это, понимаете? Я думаю, что это же здорово, вот здесь в центре города, в доступности очень хорошей. И я думаю, молодежи здесь понравится, ну и нашему поколению тоже. Учился в этом Кадетском корпусе, решили посмотреть, как тут вообще интересно, что сделали. Я старался, я поверил в себя, собрался, но, к сожалению, всего 4 из 5. Сейчас еще кружок пробегу, штрафной, и будет отличный результат. Очень удобное расположение. Во-первых, это безопасная закрытая территория от автомобилей, что важно для семей с детьми. И плюс, что действительно не нужно перекрывать автомобильное движение, создавать пробки. Поэтому, наверное, очень актуально. Ну и для нас, для жителей ближайшего дома, это классная возможность побыть на таких мероприятиях. Первый раз выигрываем что-то на каком-либо таком большом мероприятии. Очень рады. Не верим своему счастью. Наша семья маленькая, у нас двое, и мы поедем вдвоем. Поэтому как только будет возможность, обязательно съездим.